От пышных длинных юбок до рваных джинсов в стиле рок-н-ролл. Мода 20 века стремительно менялась каждые 10, а то и 5 летия. Окунуться в прошлое и вспомнить, какие модные тенденции существовали в прошлом веке, поможет новый конкурс телерадиокомпании «Заречный». Он так и называется «Модники 20 века». Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо найти у себя фотографию любого периода прошлого века, на которой присутствует характерная одежда или аксессуары, и принести ее нам по адресу улица Ленина, 18Б. Или прислать по почте utrosobaka.trkz.ru. Размер фотографии должен быть не более 7 мегабайт. Фотографии нужно написать, когда была сделана фотография, то есть к какому периоду относится эта одежда, что в ней самое модное, какие детальки. Может быть, какая-то интересная история того, как эта одежда появилась. То есть тогда же и в очередях стояли по ночам, и сами что-то шили, и обращались к портнихам профессиональным. То есть вот историю тоже можно написать. Все фотографии участников конкурса зрители смогут увидеть в эфире утренней программы и на интернет-портале городз.инфо. Там будет организовано голосование, где каждый пользователь сможет отметить понравившийся снимок. На этот раз в конкурсе будет два победителя. Одного выберут посетители сайта, а второго – жюри, состоящее из сотрудников телерадиокомпании «Заречный». Оба этих товарища получат в первую очередь пригласительные билеты на дискотеку телерадиокомпании, ну а также ценные призы от наших спонсоров. Сертификат на 2000 рублей от отдела косметики и парфюмерии и сертификат также на 2000 рублей от магазина «Сержанетти». Все желающие поучаствовать в конкурсе «Модники 20 века» должны предоставить фотографии до 11 ноября. Все подробности о проведении конкурса, правилах участия и спонсорах можно узнать на портале городз.инфо. Участвуйте и побеждайте! Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».